Și vă sunt necesare în cel mai scurt, sau este necesar să vă informați cu privire la ele în cel mai scurt timp. Despre ce anume este vorba? Este vorba, prima parte a seminarului nostru este rezervată unor invitați, unor oaspeți din Federația Rusă, pe care da, pe cei mai aproape în Turcie, ne cerem scuze, care vor începe cu prezentările dumnealor. Aveți aici și un și o interfață pusă. Este vorba de o delegație reprezentată aici de patru persoane, trei de fapt, din Federația Rusă. Domnul Denis Alexandrovici Portarețchi este directorul Institutului de Formare Continuă din orașul Taliati, Rusia, și încerc acum să citesc din coace, Corosteliov, probabil, da? Alexandr Alexeievici este directorul Centrului Revistelor Științifice din orașul respectiv. De ce am considerat că este necesar să vă vorbim sau să-i lăsăm pe dumnealor să vă vorbească despre revistele științifice? Sperăm că această informație vă va oferi o oportunitate de publicare a materialelor dumneavoastră științifice în vederea elaborării, susținerii tezelor de doctorat, dar și pentru cei din care deja sunt doctori în știință, pentru a avea posibilitatea și oportunitatea de a disemina rezultatele cercetărilor științifice. A doua parte a seminarului va fi prezentată de domnul Igor Sirotila, pe care îl cunoașteți toată lumea. Este vorba despre programul COST, care și-a lansat acum recent apelurile. Este programul european de cooperare în știință și tehnologie, dacă fi să traduc în limba română. Un program la care vă îndemnăm să aplicați și pentru cu detalii va veni în a doua parte a seminarului domnul Igor Sirotelu. Deocamdată, la prima etapă, vă ofer cuvântul dumneavoastră, sunteți bineveniți aici și dacă aveți întrebări, nu ezitați să le adresați imediat după prezentări, da? Deci jumătate de oră aveți времени, потом будут вопросы. Надеемся, что будет много вопросов. И для этого минимум или максимум 15 минут, для того, чтобы через 45 минут после начала Егор смог продолжить вторую часть семинара. Спор на тряпа. Аста боурез и неура. Добрый день, уважаемые коллеги. Не надо, у меня голос очень сильный. Я, во-первых, извиняюсь, я не знаю молдавский язык. К сожалению, не знаю английский, не знаю. Хоть и доктор, и профессор не знаю, потому что, как мне сказал мой преподаватель немецкого языка, Сашенька, ты всем молодец, но не говорящий. Поэтому я извиняюсь, такая ситуация. Итак, мы представляем вам российскую систему e-library, и мы вам представляем научные журналы, которые есть в России, где вы можете опубликоваться. Итак, первая система, которая отличает Россию. У нас в России вся наука находится в едином поле. В едином поле называется научная электронная библиотека. То есть все публикации, каких у вас только не будет, они должны быть находиться именно там. Если у вас этой публикации нет, она вам в зачет не идет. Во-вторых, мы очень негативно относимся ко многим всяким базам. Почему? Если внимательно смотреть, то сходил. Они все требуют деньги. В России эта база бесплатна. Вы сами можете зарегистрироваться. Вас будут индексироваться. И поэтому, наверное, заметили, что в России журналы не собирают вот эти там-то индексируются, там-то. Потому что у нас единое поле. Надо отдать должное, оно поле для всех является единым.
Поэтому многие, некоторые страны полностью перешли на эту систему, например, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия полностью перешла на такую же систему. Некоторые страны частично перешли. Некоторые журналы, в том числе, вот сейчас мы откроем ваши молдавские, 82 есть журналы, кто-то индексируется полностью, кто-то нет. Но я еще раз повторю, в России, если это вашей статьи нет здесь, она вам не засчитывается. Куда не засчитывается? При расчете зарплаты, при прохождении на профессора, при прохождении на доцента, она, эти показатели являются обязательными. Мы сейчас покажем на мне любимым, чтобы было понятно. Соответственно, все научные руководители, в том числе студенты, которых привлекают, они тут же все начинают учитываться в нашем научном пространстве. Они ранжируются, есть индексация, показано, как цитируем и так далее. То есть я вам могу сказать, в Web Science Scopus, открываю я, написано две статьи, одно цитирование. Где опубликовался, кто цитировал, неизвестно. У нас 157 параметров. Вы можете посмотреть, когда вы опубликовались, кто на вас ссылался, где ссылался, а был ли он вашим соавтором, а вдруг вы договорились, потому что с одной кафедрой. У вас все это показывается. То есть у нас жесточайшая система. Вдобавок. Как только вы статью присылаете в любой наш журнал, он проверяется на антиплагиат. Железно. Я вам покажу, достаточно простая система, вот написано антиплагиат, и видите, дается статья, вот последняя, которую мы прогоняли, вот видите, виноградовать. Проверяется только текст статьи. И мы открываем эту статью, и нам видно, где списала, у кого списала, сколько списала, корректное списывает, некорректное. И, соответственно, это все экспортируется в PDF-файл, и автор высылает, чтобы он посмотрел вообще-то. Потому что в этом отношении у нас достаточно очень жесткая система и подход. Если даже внимательно посмотреть, у нас, как только у журнала наблюдаются какие-то некорректные вещи, они исключаются. Вот последнее было 18 апреля, о том, что 43 журнала из Линца и Елабеля исключаются за то, что занимаются некорректным цитированием. И еще 18 вынесли предупреждение, черная метка, что еще раз у них, если будут найдены такие вещи, то есть они будут исключены. Во-вторых, это антиплагиат и так далее. У нас есть еще другая вещь страшная. У нас до 2000 года можно было купить диссертацию и ученую степень на все губернаторы, мэры, ходили с этим со степенями, как эти блохи, обвешанные собаки. То есть все знали, сколько это стоит. Теперь у нас, начиная с 2010 года, все они ходят, чтобы им за деньги, теперь вычеркнули, что они имеют ученую степень. Почему? Потому что у нас есть страшная вещь – диссернет. Это не коммерческая организация, она объединяет всех ученых, и четко написано. Это объединяет всех средств, кто хочет выявить мошенничество в сфере науки, фальсификаторов, которые воруют чужие материалы. Ясное дело, у них есть свой список, как по вузам. Вот, например, видите, у них есть по журналам, кто у кого переписал больше, есть по персонально, есть по организации. Вот академический институт, видите. Написано, как институт в общем участвует в воровстве научных материалов. Видите, участие руководителя в основном защите диссертации. Дается тропин, красочная защита 4. Открываем и смотрим. Вот он, ректор АМИ. Видите, во всей красе. Участие в красочной диссертации какой? Оппонентом там-то, там-то. Открываем диссертацию. И нам дается вот этим оранжевым, то есть у кого что списано. И эту, к сожалению, красоту нельзя убрать. У нас и в суд бегали, они пишут, мы не можем точно сказать, списал или не списал, но такая ситуация. А коли утверждений нет, суд не может отменить. Поэтому у нас и министр, у нас есть Бакири, знаменитый нейрохирург, он тоже там находится, не расстраивается. Министр это МВД Колокольцев защитился, тоже там находится. Что значит попасть туда? Это автоматом со всех коллегий журналов вас выкидывают. Это сразу. Если вы выводите, например, я буду вводить аспиранта, докторанта, его будут проверять не 3 эксперта, а будут проверять 6 экспертов. 2 раза. Потому что черная метка есть. Добавок.
Я, соответственно, не могу вести магистерские эти программы. То есть меня лишают этого. Бакалаврский могу и так далее. При прохождении на профессор тоже возникает вопрос. Но он говорит о том, что я стал членом корреспондентом или Академии наук, это равносильно тому, что я слетаю на Марс. Все. Попасть туда – это страшная вещь для нас. Поэтому у нас все, почему платят деньги, чтобы убрать диссертацию. Потому что если здесь повесится, все, это на всю жизнь. Представляете, звезда. Соответственно, вот видите, кроме того, что мы рассмотрели вот эту ситуацию, у нас видно здесь, видите, по организации, это проректор, профессора и доцент, участвующий в обоснованном присуждении, то есть который левый диссертации. Смотрите, у нас даются звезды. Видите, Ковбаса получает золотую медаль, потому что защитил 20 левых аспирантов. Дмитриев, ему дали серебряную медаль, защитил только, видите, 6. То есть у нас такие медали вешаются, представляете, какие медали позора. Это ну, страшная вещь. Поэтому в России, я вам хочу сказать, это жесточайшая, страшная вещь. В смысле, это фальшивых 20? Что-то? Да. Ты хочешь... У нас, соответственно, на основании чужих, а? Что значит фальшивых? А где бак России? Как присутствует? А у нас сейчас объясняю, в чем вопрос возникает. Это у нас сейчас антиплагиат, он начался с 2010 года. Но у нас прогнали все диссертации, начиная с 91 года. Эксперты. Эксперты же есть. Ну вот так вот эксперты видели и устоят. Эксперты бака, что еще? А в этом отношении эксперт ВАК, когда пропустили? Я хочу сказать, ты математик. Да. А без математики не вижу. Нет. Это не математик. Я просто говорю, если эксперт ВАК, если эксперт ВАК пропустил, соответственно, у нас очень это, меняется президиум ВАКа, так называемый, помните, не знаю, у вас есть экспертные советы по направлению специальности. Конечно, он председатель. Да? Соответственно, когда вот такая красота выходит, соответственно, тут же у него возникает вопрос, что идет ротация. Такие же пятна есть и у них. Я могу последний показатель вольное общество. Но вот. Смотря по каким наукам это. Я вам могу сказать. Например, по математике не очень найдете. Не могу сказать, но у нас тоже такие вещи есть, и мы понимаем. Я просто могу сказать, единственное, что есть особенность, например, почему мы говорим. Во-вторых, у нас журналы, мы, как говорится, у нас наука интернациональна, аполитична, аконфессиональна, мы занимаемся наукой, мы не занимаемся вопросами другими. Поэтому мы создаем общество. Есть одни вещи, которые вот мы позиционируем в России достаточно нормально, я считаю, хорошо. Мы публикуем статью на том языке, на котором удобно автору писать. Удобно на молдавском, пишите. Удобно на румынском, пишите, и мы опубликуем. Удобно вам на китайском, на китайском. Удобно на английском. Хотите на русском, на русском. То есть у нас в этом отношении проблем, публикации нет. Есть только одна вещь очень парадоксальная. Я могу сказать, что вот докторанты, которые здесь сидят, это у вас есть великий шанс в ближайшие 5 лет. Вы чисты. Почему? База публикации на молдавском языке и румынском очень маленькая. Потому что все, что вы публиковали, у нас называется на гараж. То есть где-то в конференции публиковали, сами издали, только у вас книжечка есть, и она где-то в гараже валяется. Нетленные ваши труды. У нас таких трудов нет, потому что все в Ринце должно быть. Вот, например, в Болгарии они все ездят у Клинкова, у него багажники машины все в конференции валяются. Я говорю, а кроме тебя, у кого-нибудь есть еще? Ну как прочитать, что ты написал-то? То есть у нас идет вот такая портянка, если образно говоря, смотреть про нас. Вот это журналы, которые мы представляем. Это российские, болгарские журналы. Мы планируем то же самое в Молдавии открыть журнал. Вот у нас есть, соответственно, авторский указатель, который есть, ну, кто желает там регистрироваться, я говорю, бесплатная система. Вы сами. Вот, смотрите, вот есть я, любимый Витя Крастерев Александр Алексеевич. Написано публикации 72, цитирование 1211, индекс Хирша 26 и так далее. Но видите цветные графики, это общий параметр. Открываем, и начинается раскладка по вам. Итак, где я работаю, мой спин-код, мой идентификатор, от каких организаций мои статьи, с какое количество. Публикация 72, публикация ядро РИНЦ. Ядро РИНЦ это Web of Science и Scopus.
Вы, наверное, не знаю, вам говорили или нет, сейчас в Urban Science есть русский сектор, в Urban Science. То есть у нас 700 с лишним журналов входят в базу, в Core Collection, это в Urban Science. Вот, честно могу сказать, у нас 50, я просто смотрел по металловедению, 52 журнала входят туда. По педагогике у нас в Urban Science не входит ни один. Проблема очень серьезная. По гуманитарным наукам серьезная проблема. Проще технарям, математикам, физика металлов и так далее, плазма, они прямо на ура пролетают туда. Нанотехнологии, у них вопросов нет. Как только начинается экономика, педагогика, психология, это на Западе считается искусством все, доктора философии, и, соответственно, начинается проблема очень серьезная. Теперь смотрите, общее количество цитирований 1266, а привязано 1211. Говорит о том, что какие-то ссылки были сделаны на мою работу, они сделаны были как? Некорректно, то есть неправильно. И, соответственно, ко мне не привязались. Их можно посмотреть. Вот вы нажимаете их, вот видите, и он вам все откроет их. Дальше индекс Хирша общий по всем работам 27. Индекс Хирша по РИНЦу. РИНЦ это российский индекс научного цитирования. Вы можете, если вы даете добро индексироваться, то вы где бы не учились, вы тоже в российской системе будете индексироваться. Ваш будет рейтинг, индекс Хирша и так далее и тому подобное, и ваш уровень. Дальше. Число, видите, написано, индекс Хирша прописан по ядру единица. Дальше. Количество цитирования, цитирование самоцитирование, цитирование со авторами, среднее количество. Индекс Хирша, видите, без учета самоцитирования 25. Индекс Хирша по статьям 23. У нас считается индекс Хирша по статьям, в котором зачет идет, когда вы проходите, например. Почему? Потому что взять определение индекс Хирша написано n-ное количество статей и n-ное количество статей и n-ное количество цитирований из статей. Ни диссертаций, ни авторефератов, ни конференций, они вам в зачет не идут. Потому что, согласно нашим требованиям, последними исследованиями являются это работы за последние 3, максимум 5 лет. Не учебник 70-го года, понимаете, не какая-то монография 20-летней давности, только статьи у нас считаются последними исследованиями. И когда мы в работе смотрим, пишет там, и ссылка идет там на статьи там 70-х, 80-х, 90-х годов, у нас это не принимается, потому что это не последние исследования. Вот когда он пишет про... Нет, когда он пишет основоположники, понятно, например, психологов берем, там Выгодский и так далее и тому подобное, здесь вопросов не возникает, они пишут, какие работы. Но когда он пишет анализ последних исследований, это разные вещи. Ну, у нас, я могу вам сказать, у нас была такая статья, прислали ее. Статья касалась особенностей музыкального образования в Самарской области. И списки, и ссылки никого. Знаете, я прям не выдержал, говорю, вас прям Боженька при рождении поцеловала, и вы его родили-то. Ну, как вот так? То есть до вас музыкальным образованием никто не занимался? Нет, занимается. А где они? Мы же всегда стоим на плечах чьих-то, понимаете, на чьих-то исследованиях. Поэтому у нас поэтому очень жесткое отношение к антиплагиату. Плагиату. Почему к плагиату? Потому что если вы что-то берете, корректно цитируете. У нас в этом отношении проблем не возникает. Если корректное цитирование есть, ссылка есть, ради бога. Даже если она показана красным, просто в базе этого антиплагиата, она, эта ссылка не показана как цитирование. Но коли она стоит в квадратные скобки и поставлена ссылка, все, вы чисты перед всеми. То есть вот прописаны все параметры. Вот средний импакт фактор журналов, в которых опубликован, кто цитировал меня, сколько у меня где публикаций. Можно посмотреть, видите, цитирование по тематике у нас. Вот, например, кто меня цитирует. То есть из какого направления научного. Вот у нас все прописано. Можно посмотреть, какие журналы цитируют. Вот вы смотрите. Вы можете посмотреть каждую ссылку. Видите, написано, когда мы открываем какую-то статью, вот смотрите, можно посмотреть все статьи. Вот они все 72.
вот они идут статьи. Соответственно, видите, написано статья, то есть вот здесь нажимается, и вы ее можете прочитать в открытом виде. Вот она, статья. Если вам шрифт не нравится, вы ее увеличиваете. Если не нравится, если вы что-то берете, как у нас говорится, то вы выделяете блок, копируете, вставляете, делаете ссылку. Это считается у нас нормальным явлением, то есть, соответственно, идет анализ литературы. Теперь смотрите, когда мы открываем какую-то статью, у нее есть все параметры. Вот видите, показана ее описательная часть, где я работаю, в каком журнале, куда входит этот журнал, все параметры, какое направление у ДК, соответственно, литература, привязка литературы показана. То есть вот эти вещи тут же вам все выдаются. Дальше, когда мы говорим про ссылки, мы открываем, вот видите, кто процитировал, то здесь мы можем открыть и посмотреть, какие авторы в какой статье цитировали. Вы можете открыть и посмотреть, корректное было цитировано или некорректное. То есть дальше вы можете выборку сделать по годам, как это цитировалось, публикация. То есть у нас раскладка идет в таком параметре, что вы можете посмотреть все. Даже, я вам говорю, у нас был пример, министерство приводило, один вуз цитировал другого, а тут другого. Они показали, как хорошо, и всех удалило. Вдобавок, если у нас тоже такие есть умные, говорят, давайте я буду цитировать тебя, а ты меня. Но у нас, то есть когда вы этим занимаетесь, это называется, один сотрудник университета цитирует сотрудника этого же университета. Это называется сам цитирование организации. То есть уровень у организации, это показатель, что падает. То есть вот эти игрушки у нас не проходят. А почему не могут цитировать, не, допустим, по-моему, это правильно. Вот если тематики, скажем, не параллельны, но один исследует, а близкие, и он цитирует, берет часть информации, скажем, за базу, какую-то за развитие идеи, и, по-моему, это логично. Но вы, когда открываете его статью, видно, что там более двух ссылок на его работы дает. Ну, в одной работе, конечно, только на одного ссылаться, это уже сказано. Это можно даже и без программы перейти. Да, да. Я тоже с этим формазмом, хотя и более молодая, но сразу заметил то, что я давно думаю. Вот когда есть школа, и такие школы по какой-то тематике, есть 2-3 в мире. И ясно, что делается в одной школе, они друг на друга ссылаются. И ссылаются и на другие школы. Поэтому из одного университета или даже из ряда университетов, потому что, допустим, у меня было более 20 аспирантов, и они работают в других вузах, даже в Болгарии, в Румынии, в Америке. И они будут, мы будем цитировать друг друга. Есть просто цитирование, что вот этим занимались те и другие. Это фактически можно убрать. Есть убираемые цитируемые, а есть цитированные. Основываюсь. И вот с плагиатом я могу написать работу, 100% плагиат, и все новое. А в целом она все новое. Ну, я вам могу сказать, что если вы напишете сами, и вам антиплагиат не покажет, что это... Нет, я хочу сказать... Она пишет оригинально. Вот почему? Из этого следует это. И вот доказательство любой теоремы состоит из таких вот вещей, кучи таких вещей. И я могу вот взять из этого следует это, из разных работ, и сделать новую цепочку. И это новая цепочка, но каждое предложение плагиат. Нет. Боже, у нас тоже такая борьба была. Она была бы с чем? Помните, мы говорим, что автор с множественными публикациями. Хотим, не хотим, я не знаю, у вас это есть. У нас раньше такая была система до 2008 года. Одну и ту же статью с разным заголовком по разным конференциям отправлял, у него вагон публикации, на самом деле статья-то одна и та же. Там заголовок немножко внутри поправили. Ну что тут скрывать, правильно? Ну правда. Нет, ну кто все по-разному, у некоторых есть такие вещи. Так вот, вопрос в чем заключается?
Вы же говорите о статье, вы пишете новая статья, правильно? И у нас написано, например, статья, там все это и дальше пишете. Эти результаты были рассмотрены в такой-то статье, в таком-то номере, уж там-то, там-то. А дальше прописываете. То есть вы ссылку делаете на то, что вы публиковали. Но вы ее не показываете. Вы просто показываете, что основные результаты представлены там-то. Но дальше показали вот это. И дальше вы пишете новый текст. В противном случае, если мы будем так вот дублировать и стыковать, извините, мы называем это очень просто, в интернете висит, это автор множественного количества статей с неизвестным авторством. Он одно и то же гоняет туда-сюда. Пока у вас нет плагиата, как вот у нас, у вас это легко. Нет, ну кто проверит конференцию? Вышел, например, ну, в городе Саронке. Раздали там 10 человек в этой конференции. У кого они есть? Ни у кого. А у нас, если у нас они висит, она вот здесь. Она вам в плюс не идет. Поэтому у нас эта система жесточайшая, к сожалению, ну, сколько смотрят, они все... Александр Геннадьевич, извините, что я вас перебиваю. Вопрос. В Советском Союзе это было коррупция? Нет. Не было. Нет. А почему поделились? Чиновники решили работать на науку, в том числе в России. Нас тут. Да, мы говорим, как вы. Но вы же тупые, извините. Каким-то образом надо руководить. Вот они вот эти все индексы придут. А руководить это деньги делить, правда? А не лучше ли обратно Академию наук России и экспертное сообщество? И мы все знаем, кто что делает, слабые результаты. Потому что это количественные вещи, но качественные вещи вы все равно не понимаете без экспертов. Конечно. И поэтому ну, это суперсистема, ну для чиновников. Я думаю, что ученым надо заниматься наукой. Ну и честно. Я могу вам сказать. Вот смотрите, я занимаюсь аналитической деятельностью управления школой, аналитикой. Если взять, например, это в России, то в принципе все у нас 3 человека, которые занимаются аналитикой образования. Больше никто не занимается. Металловедение или аналитика? Аналитика. Аналитическое деятельность управления. А металловедением не занимаетесь? Нет. Так вот, для того, чтобы не найти, кто что публикует по этой теме, найти вообще, кто занимается. В поиске, когда мы открываем, видите, у нас существует очень простая вещь. Сейчас навигатор. Видите? Поисковые запросы. Мы открываем. Соответственно, мне надо найти, кто занимается последними исследованиями по этому направлению. Правильно? Так, сейчас он откроется. Сейчас я. Вы открываете это окно, вы пишете аналитическая деятельность. И за все года, которые можете выставить года, кто что написал и там размещено. Я их могу не знать. Но потом появляется, когда, соответственно, когда я пишу статью, я смотрю какие-то взгляды другие, какие-то. Ведь она, когда мы пишем анализ, последствия, мы пишем все взгляды, которые нам нравятся, которые не нравятся, которые мы принимаем, которых не принимаем. Для этого и есть наука. Не принимает все как постулат единый. Потому что все многие вещи они являются относительными. Итак. Вот видите, мы пишем здесь, нас интересует только название, пишем аналитическая деятельность. Нажимаем поиск, и нам в этом отношении выдают, смотря что нас интересует. Если только статьи, мы ставим галочки, то есть не убираем. Если монографии, мы отбираем. И, соответственно, у меня выплывает весь перечень, я по заголовкам смотрю. Когда вы нажимаете на это, что вот там, заголовок, там есть аннотация. Смотрите, что это касается аналитической деятельности в двух учете. Понятное дело, я ухожу дальше. То есть, потому что аналитическая деятельность есть в двух учете. То есть, вот эти особенности есть, но дают возможность посмотреть во всем нашем научном пространстве, кто по этой тематике пишет. Вдруг новые идеи, новые взгляды. Я могу вам честно сказать, я в своих статьях посвящу, все, что я писал до 2010 года, что нельзя создать технологию анализа, я был не прав. Поэтому после 2010 года все статьи, я пишу, что можно создать. Так развиваются технологии, что я был не прав. Но об этом честно пишу. И у меня написано, что все мои выводы до 2010 года по программному обеспечению аналитических действий не прав. В корне. Закон Гегеля отрицания отрицания? Ну, возможно, понимаете. Но это дает мне спокойно себя чувствовать. Не знаю, как другие, я честно могу сказать, мне дают возможность спокойно чувствовать себя. Во-вторых,
То, что бы я не писал, соответственно, я могу. Вот смотрите, видите, сколько у нас написано здесь. Найдено 13149 публикаций, которые посвящены аналитической деятельности. И вы, соответственно, можете посмотреть. И все новая информация. А вы года ставите. Какие вы ставите? Вот, видите, 15-й год, 15-й год, 10-й год. Более старый не тянет. Почему? Вот 2007 год. Но у нас зависит от того, как загружаемся. Сама система E-Live начала создаваться в 2006 году. И тогда началась загрузка. Некоторые журналы, честно могу сказать, это проблема академических журналов, почему-то не загружают выпуски все. Потому что нет доступа. 3 последние года обычно нет доступа. Не знаю, у нас доступы все есть, у нас все загружают. Математики, я знаю. У нас спокойно загружаются все журналы, которые есть. Нет, робот. Матнету есть такая. Да, ваша. Ваша. Да, и мы там есть, и нас там знают, все хорошо. Ну, может это, но мы всегда еще говорим. У вас это... Мы говорим о том, что у нас в поле научное должно быть одно. Не вот этот, между собой, который вот это наш, вот это не наш, и так далее и тому подобное. В России, пространство научное, которое, ну, как бы, российское это берет к себе, то есть, во-первых, как бесплатно, во-вторых, это все вы можете забыть, там всех видно. Понимаете? А так, да, можно создать закрытое сообщество, общество любви и маразма, и там... Ну, надо сказать, вообще, на вы матч нет. Нет, я просто говорю. Теперь по болгарским журналам. Некоторые, во-первых, вошли туда, их сразу хорошо видно, но они не индексируются, то есть полнотекстово не размещаются, видите? То есть какой-то автор, кто написал, видите, одна публикация, о чем это говорит? То есть он опубликовал и хочет, чтобы вот эту публикацию видели в России. Тогда, соответственно, он дает эти данные, параметры, отсылает в РИНС, и он вбивает эти параметры. Некоторые, например, если ваши посмотреть внимательно... Там вот бюллетень есть, да? Вот видите, вот четко прописано здесь, это полностью индексация. Вот видите, археология, оно, видите, даже индексируется у нас, видите? Нет, просто кто? Я не шучу, он в этот скопус, или как там он выше? Выше скопус, веб-сайт. По-моему, даже веб-сайт, конечно. Нет, я ничего не говорю. То есть в этом отношении, то есть видите, журнал полностью все статьи на любом языке размещает, индексирует. Видите, показано количество ссылок. Соответственно, все, кто там авторы есть, у них есть рейтинг и так далее и тому подобное. Добавок, российский журнал, если внимательно открыть, если... Вы захотите, например, нашего журнала, мы тоже об этом думаем, но пока у нас нет такого опыта. Если внимательно посмотреть, то года через 4, видите, написано, открытая, видите, регистрация, это конференция дальше, опубликован регламент вхождения в российский сектор Women Science. В принципе, мы планируем и болгарские журналы через 3-4 года и российские наши выводить в русский сектор Women Science. А онлайн или надо какое-то заявление? Там определенные есть параметры. Во-первых, состав редколлегии. На каждую специальность у нас не просто доктор педагогических наук, там три штуки, а по специальности. Коррекционная педагогика, это педагогическая психология. На всех поэтому должно быть три минимум доктора наук, которые защищают по этой специальности. У меня школьный интерес, потому что если А как бы определить? Как зарегистрироваться в журнал? Надо писать в Россию или зайти онлайн записать? Все онлайн. Вы, блин, заходите, написано. Вот смотрите, там же вверху написано. Для читателя, организации, издателя, автора, библиотекам. Вы открываете, и там прямо у вас окно написать. И вы пишете, что вы хотите. Так у нас болгары регистрируют свои журналы. То есть вопросов никаких нет. Но как вы определяете, что он доктор наук по той специальности? А, когда мы собираем заявление, у нас прописано, то есть автореферат, конкретно написано, какая специальность. Какие автореферат? А? Автореферат диссертации. Это журнал, да. Нет, ну 3-4. Нет, когда у нас, честно могу сказать, первое, для вашей профессуры мы, конечно, будем предлагать войти в состав редколлегии журналов. Первая вещь, смотрите внимательно. Вы пишете заявление на форму, что прошу там включить меня так и так далее. Вторая, у нас есть еще один, вклад в науку. А вот где вклад в науку, там прописывается все параметры.
где защищался, когда, какую конференцию организовывал, каких способов публикации публиковался, индекс Хирша по Web of Science, по Скопусу и так далее, и тому подобное. То есть вот такой вклад в науку мы вам покажем, например, это где-то портянка на два листа. И на основании эти вещи тоже, когда мы регистрация в ВАК происходит и в Web of Science, мы обязаны пристегнуть их, кроме заявления вклад в науку. Там указывается, что докторская степень по такой-то специальности. Павел Михайлович, 200 статей, которые математика на ревью, что они будут делать? Как? Все, его статьи зарегистрировали? Да, математика на ревью, 200 статей, отреферировали. Ну, РЖМАТИ, грубо говоря, только американцы. То есть у вас журнал, правильно я понимаю? Нет. А, тогда вы личные, вы заходите как авторы и просите. То есть единственное, просите зарегистрировать, что вам необходимо. Вот эти все ваши статьи, они же у вас есть в бумажном варианте? Правильно? Я его нет. Если есть в электронном варианте, еще лучше. Они в 70-м году были. Нет, да что? Ну нет, вы дойдете в научную библиотеку. У нас хранится все в российской библиотеке. Берете, делаете ксерокопии, сканируете и отправляете. И они загружаются. Или же вы, где они у вас опубликованы, вот это издательство просите, чтобы загрузили. Это простейшие вещи. Я не знаю, вот, допустим, математический сборник. Академия науки «Известия», они есть с первого номера на сайте Матнет.ру. А вот доклад Академии наук, я вам еще... их нету ни на каком сайте. Ну, раз очень у нас. Нет, я, знаете, хочу вам сказать, это ответственность издательства и издателя. Потому что у нас, например, те же вестики Академии наук 40-х годов, РАН, все оцифровывают, все загружают. Да, в Советском Союзе было. Да, доклад Академии. Доклад Академии наук, их не загрузили нигде. Они, вот, знаете почему? Потому что они по всем специальностям. Вот, допустим, первый том, там идет математика, физика, астрономия, там очень много специальностей. Второй том. Только вот если взять математику, если американское матрошество, она переводит то, что относится к математике, и из двух-трех домов, то ли наших, Совета, если России, они делают один свой том. Я вам приведу два примера. У нас есть Самарский научный центр Российской академии образования. И у нас есть Уфимский. Это научный центр Российской академии наук РАН. Вот Уфимский, вот все, что они издавали, начиная с 1946 года, все опубликовано, все цифровано, размещено. Берем Самарский научный центр, тоже Российской академии наук. А полностью висит, только начиная, ну, то есть полностью, кроме заголовка, только висит, когда у нас ВАК в обязательном порядке потребовал. Это 2015 год, что если нету полнотекстовых вещей, то есть не принимается ВАК. И вот с 15 года уже все висит. До 15 года, вот это, с 50-го, ничего не висит. Это отношение, знаете, мне кажется, к себе издательство, что они издают. Но это неуважение себя. Кстати, мы издали журнал, например, образно говоря, его не разместили. Ну это стыд перед авторами. Как это? Понимаете? Это у нас называется журналы, которые не размещают там. Знаете, как это называется у нас? Журналы с хищнической редакционной политикой. Вот у нас вот так называется эти журналы. Не знаю, как у вас, но у нас иногда нелицеприятные вещи, но они действенные. И поэтому, если журнал себя позиционирует как нормально, вот, например, могу сказать, Самарский научный центр, Российской академии наук образования, никогда не войдет в Web of Science и Scopus. Его просто русский сектор не примет, потому что не размещены все выпуски. Значит, их устраивает это. Вот Уфимский центр, он подал заявку и вошел, а их не возьмут. Ну, как вам сказать, и там же есть директор издательства, есть главный редактор журнала. Ну, как вы вывешиваете? Ну, это не знаю, себя не уважаю. Я не представляю. Если я отвечаю за журналы, и мы не выйдем, это даба. Короче, видите, что я тоже представляю. Если бы я был консультант, я бы, конечно, здесь все рецитирования, плагиаты не смотрел. Первое, что надо сделать в России, это, конечно же, вывесить все вот эти все публикации. А не все у вас висят? Нет, но я говорю, там, к сожалению, мы тоже долго начинали эти вещи, но теперь я могу сказать, у нас обязательно, даже конференция выходит у вас, она должна висеть. Вот она не индексируется и так далее, но она висеть должна.
вам не защитится. То есть ужесточайшая система, она прекрасно начинает работать. Потому что я вам могу сказать, например, вот у нас есть болгарские журналы, если открыть их, то они тоже в Ринце есть. У них есть одна особенность. У них еще нет двухлетнего импакт-фактора, ну то есть рейтинг. Соответственно, наши авторы, докторанты, аспиранты, профессуры, кандидаты в них не публикуются. Почему? Помните, по мне смотрели, средний импакт-фактор, где я опубликован, 0,436. Как только я публикую в нулевом, у меня импакт-фактор что? Падает. Поэтому все наши ждут теперь конца мая, потому что выйдет импакт-фактор, у него появится, и тогда у нас вопросов нет. У нас это тоже учитывается в зачете. Почему? У нас зачет идет, а с каких журналов вы индексируетесь, какой у них импакт-фактор. То есть у нас много показателей, которые можно посмотреть, которые влияют. Поэтому, вот, например, мы берем болгарский, тут на азербайджанском языке, на украинском, на русском публикуется, но основная масса это украинцы. Почему? Потому что для россиян, вот из 26 статей всего трое в россиян, для россиян в связи с тем, что нет импакт-фактора, он не интересен. Сейчас в мае желающих будет выше крыши, честно могу сказать. Я вам сказал одну особенность тайну для тех, кто пишет на румынском и на молдавском языке. Пока база, мы с болгаром тоже говорим, пока база маленькая. У нас румынский и молдавский считается один. Ну, ради бога, сядем, я буду говорить, как вам удобно. Как бы это? Румынский-молдавский. Ладно, так вот, так как в базе очень мало статей на румынском языке и в молдавском, все, что вы напишете, будет оригинально 100%. Через 5 лет статей будет столько много, что вы не писали, у вас будет пока студия. В чем проблема, только статьи пишут продолжение. У нас шаблон мышления, хотим или не хотим, вот мы пишем, например, русское образование, он у нас, образ как это называется, ментальность, она становится железом, то есть не изменяется, не мерзнет, то есть не происходит. Так вот, что у нас происходит? Мы те же эти шаблоны используем, а он показывает как? Логично. Тяжело себе, вот знаете, мне пришлось голову сломать, когда стал писать эти статьи. Потому что шаблон пишу. Если не ссылаемся, тогда понятно. Вот тогда у вас цитат не будет, понимаете? У нас в России есть такое понятие. Статья – это, как мы называем это, поминальник, где вы понимаете, это сказал вот это сказал вот это. Или же вы пишете статью. То есть у нас вот, нет, у нас есть понятие научная статья, обзорная статья. И есть рецензия, разные вещи. Так вот, извините, вот у украинцев обязательно должен быть цитатник. Вот минимум 20 цитат. Читаю, это сказал, это. Вот один абзац, я говорю, у вас что за поминальник-то? У нас поминальник нет. Поэтому я хочу сказать одно слово, вещь последнюю. Знаете, как у меня говорит дочь, каждый дурак может говорить, но не каждого может слушать. Поэтому спасибо, что слушали меня. Я вам благодарен. Если вопросы есть, подходите. Мы постараемся вашему университету дать требования, чтобы перевели на молдавский или румынский язык, и вы могли использовать его. И второе. Мы, конечно, приглашаем профессуру молдавских университетов, Академии наук, состав и коллегии журналов. В этом отношении мы с вами обговорим, какие документы нужны от вас для того, чтобы пойти. Какой вам журнал понравится, вы сами решите. Захотите, ради бога. Нет? Ну ничего. Что значит понравится? Что здесь можно сделать? Ну, например, у нас есть журнал «Вектор науки ТГУ», у которого очень огромный импакт-фактор. И где цитируется, там в основном это физика металлов, металловедение, нанотехнологии. Если ваш это может быть, дальше вы туда пойдете. Если вас интересуют психологические науки, то вы можете пойти в Азию, потому что это педагогика и психология. Если вас интересует, я не знаю, музыкальное воспитание, то вы идете в гуманитарию. Кому что нравится? Вы там говорили о том, что те цитируются физики и математики. Математиков нету 30 слов. Физиков есть. Физики обычно не цитируют предыдущие, математики цитируют все. Это между специальностями разница. Я говорю, надо отдать управление науки Российской Академии наук этим старым академикам и деньги. Все эти штуки ученые вас все равно платят. Одно слово. Вот когда после меня смотрели рейтинг, мы смотрели меня только по педагогическим наукам. Соответственно, есть такой же рейтинг по математикам, по физикам, по металлам, это металловедение кто ведет, по психологам. Вы выбираете отрасль, и именно эта отрасль сравнивается, а не то, что берут педагогов, сравнивают с математиками. Отрасль. Спасибо.
надеяться на дальнейшее сотрудничество между нашими докторантами, научными руководителями с институтом. И та информация, которую вы получили сегодня, наверное, будет вам нужна, и вы ее используете в своей дальнейшей работе. Тем более, что докторанты наши постоянно жалуются, что им негде публиковать свои статьи, за которые они должны получить стипендию. Так что у вас есть возможность... Да, бесплатно, безвозмездно, то есть да. Если вы хотите, чтобы вы июльский номер попали, то вы должны прислать до 15 мая статью. Тогда в июне ваша статья будет висеть и будет статья. А то у вас электронные журналы? У нас в электронном там размещается, а печатный обязательно отправляется в Российскую книжную палату, в Тартар, и отправляется в эту. В Дрезденцию, да, обязательно. Кроме электронных, вы должны печатать 20 экземпляров печатных. У нас жесткие. Еще не переименовали? Нет. У нас переименовали очень тяжело. Мы приехали из города Тольятти, который назван в честь коммуниста Тальмира Тольятти. У нас был 3 референдума, потому что мы переименовали. Нам сказали, извиняйте, хлопцы, банальных нема. И мы всем простили. Поэтому до сих пор называется Тольяттинцы, город называется Тольятти, и мы никогда не будем переименованы. У нас также есть улицы и вашего Кантемира, и так далее, мы не переименовываем. Слава Богу. Дочка Кантемира носила ребенка от первого, и что? Нет, я просто говорю, у нас нет, слава Богу, предупреждений. Я говорю, будете писать на китайском языке, будете на румынском опубликуем. Мы не считаем науку интернациональной. Суд интеллекта уже так, что... Помните, нажимаешь кнопочку левую, помните, перенести в какой-то язык. Понятно, нет, один в один, но через 5 лет будет. Но вы понимаете, слабо иногда. Ну что тут говорить? Когда мы цепляемся за язык, на котором написано, ну это абсурдно, это прошлое уже. Спасибо вам еще раз.